Уважаемый Константин Михайлович, командование и личный состав военно-морской базы Российской Федерации в Киргизской Республике поздравляет вас и весь коллектив Балтийского государственного технического университета ВМЭК со 110-летием со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова. С именем Дмитрия Устинова непосредственно связана реализация атомного проекта СССР, перевооружение армии ракетно-ядерным оружием, созданный надежный противовоздушный щит страны, развертывание функциональное океанского атомного флота. В этот день примите самые искренние поздравления, пожелания, достойно нести имя Дмитрия Федоровича Устинова на протяжении долгих лет. С уважением, командир военно-морской базы Российской Федерации в Киргизии, капитан второго ранга Темнохудов.